Показательный для всей страны суд прошел сегодня в Астане в качестве обвиняемых жителей и гостей столицы. Реальный срок заключения все они получили за нарушение общественного порядка. Теперь за выброшенный мимо урны окурок можно попасть за решетку. По статье 330 части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях признать виновным. Наложить административное взыскание в виде административного ареста сроком на 1 сутки. Такого приговора обвиняемый никак не ожидал. Сутки ареста за выброшенную на землю шелуху от семечек. Суд хоть и показательный, но наказание вполне реальное. Еще один обвиняемый по той же статье «Мелкое хулиганство» в исправительном учреждении проведет 2 суток. Наказание за выброшенный на тротуар окурок. У меня планы были. Я специально на работе взял выходные дни. Как раз 2 дня. Изменились планы сегодня почти у 50 человек. Городские камеры видеонаблюдения позволяют отслеживать жизнь в городе ежеминутно. Электронный помощник фиксирует брошенный окурок, фантик или бутылку. И на место отправляется патруль. ВВД подчеркивает, в последнее время на помощь технике стали приходить и горожане. Те, кому не безразличен родной город. Есть тоже люди, которые не, так сказать, равнодушны к этим правонарушениям. Ставят в известность своего участкового инспектора полиции, если тот или иной, например, сосед систематически нарушает общественный порядок. Только с начала года по статье «Мелкое хулиганство» было задержано свыше 2500 человек. Такие меры, говорят стражи порядка, уже заметно отразились на чистоте города. Лилия Шимарданова, Бахаджан Сыздыков, Астана.